Многофункциональный центр – это организация, которая создана для оказания населению комплекса государственных и муниципальных услуг в режиме одного окна, в максимально комфортных условиях. Кроме того, после того, как был закрыт соцобъезд, все функции стал выполнять также многофункциональный центр. При этом качество предоставления услуг улучшилось. С июля этого года заявление, документы о предоставлении мер социальной поддержки, выдача справок для кумертаусов осуществляется здесь. На 1 ноября 2018 года МФЦ оказывает 297 услуги. Количество услуг в 2018 году выросло на 30% в связи с закрытием отделений соцзащиты и передачей функции приема в МФЦ. Общее количество оказанных услуг за 10 месяцев составляет 42 357 услуги. Наиболее востребованными услугами остаются государственная регистрация прав на недвижимое имущество и социальное обеспечение. Основная цель деятельности многофункционального центра – предоставление государственных и муниципальных услуг, а именно сокращение количества документов, предоставляемых заявителями, организация работы по принципу одного окна, удобное время получения услуг и многое другое. Мы сюда с клиентами обращаемся постоянно, так как я являюсь руководителем одного из агентств недвижимости нашего города. И заявителями служат наши клиенты, и непосредственно мы по личным вопросам. Могу сказать, что очереди сюда проходят очень быстро. Обслуживают нас профессионально квалифицированные специалисты. Вопросов всегда по их работе не возникает. Если в случае какие-то возникают у нас проблемы, они быстро решаются сотрудниками МФЦ. Те услуги, которые предоставляет многофункциональный центр, позволяют избежать ненужных хождений от кабинета к кабинету, утомительных ожиданий в очередях и сокращает срок получения результатов. Мы решили пообщаться с заявителями и узнать их мнение, так ли это. Нравится, конечно. Хорошо выслуживает, без очереди. Пришел вот минут две и уже сижу в окна, оформляю. Сейчас уже заканчивают оформлять. Все нормально. Обслуживание очень нравится. Девушки очень приветливые, доброжелательные, всегда все объясняют. Единственное, в вечернее время, вот когда я попадала, немножко очередь затягивается. А вот в утреннее время, конечно, все хорошо. Очень нравится то, что они до 8 работают. То есть после рабочего графика я могу обратиться к любому вопросу. Нравится то, что они в субботу работают. Вот это вот тоже очень плюс большой для МФЦ. Ну, очень долгая очередь, здесь постоянно долго сидим. Если, вот, допустим, детям что-то оформлять, мы раз 2 часа с мужем просидели. Так бы, как бы я скажу, обслуживают хорошо, а долгое время. Желательно побыстрее что-то вот это вот делали бы. Мне нравится. Молодцы, хорошо работают. Очень довольна, нравится. Девушки все замечательные, хорошо обслуживают. Быстро, комфортно, без проблем. Таким образом, мнение каждого заявителя является очень важным. Оценка качества предоставления услуг поможет сделать получение государственных и муниципальных услуг в центрах еще более удобным и эффективным. Рената Гасина, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис».